Курганской области введен новый инструмент привлечения инвесторов – специальный инвестиционный контракт. Его будут заключать зауральское правительство и инвестор. Оба принимают на себя взаимные обязательства. Инвестор обязуется создать производство, либо его модернизировать, освоив новое производство продукции, а правительство будет осуществлять необходимые меры поддержки в соответствии с законодательством. Среди мер поддержки – налоговые льготы, снижение ставки налога на прибыль с 17 до 13,5% в региональной части, а также освобождение от транспортного налога и налога на имущество. Первый специальный инвестиционный контракт будет заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Пульсатор». Инвестор вкладывает не менее 100 миллионов рублей в производство, создавая фактически новое производство, создает не менее 100 рабочих мест. За период реализации контракта, за 10 лет, он заплатит налогов не менее 100 миллионов рублей и произведет продукции не менее, чем на сумму 1 миллиард рублей. «Пульсатор» будет заниматься импортозамещением и действовать в рамках арматуростроительного кластера Курганской области. В частности, будет производиться литая заготовка, что позволит снизить долю импортной продукции в рамках кластера в 20 раз, с 84 до 4% к 2021 году. Правительство Курганской области поддержало со своей стороны инвестора. Фондом развития промышленности Российской Федерации выдан займ 50 миллионов рублей на этот проект. Поддержан этот проект также Министерством промышленности, правительством. Само предприятие откроется приблизительно летом этого года. Зауральское правительство предлагает новый формат сотрудничества всем предприятиям, как действующим, так и только намеревающимся открыться. Которое гарантированно при предоставлении налоговых льгот увеличивает нашу доходную базу и промышленный потенциал. Андрей Бахарев, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру».